Николаевич. Да, это хорошо. Вот так вот получается, что разогреваю холм с кулями. Небослово, да. Нет, небослово будет разогревать холм с кулями. То есть у нас тут круговая порука так получилась уже, да. Буквально несколько песен в сольном формате. Немножечко как бы я сейчас разбавлю эту палитру. Снова вернемся к началу дня, когда здесь звучали сольники. Закончится путь этой бабочки светлой за занавесками дня. И шутя промелькнет ее радужно-яркая суть, чтобы снова взметнуться к заветной границе огня, границе огня. Странно быть богом для маленькой этой весны. Сколько трепета, счастья и света в хрустальной душе. За мгновение проносится вечность созданий лесных, отразившей в зрачке красотой и увядшей уже, ушедшей уже. Спасибо. Красивые. Так. Красивые. Еще немножечко. Слышав звуки джаза, мы, проходя с тобой вдвоем, меняем стиль движения сразу, покачиваясь, чуть плывем, и мы танцуем в мыслях плавно, качая головами в такт. И смотримся, наверное, странно, идя по улице вот так. О, ностальгия по счастливой той жизни, выдуманной мною и тобой, о недоступном Рио-Рио, о той лазурно-голубой мечте красивой той. О, этот джаз
свое искушение. Он манит, он зовет с собой, то увлекает ритмом нервно-рвано-страстным, то заливает сладко-томно саксофонною волной. Но только не уму, ни сердцу нам этот танец не дает. Латино-блюзовой эссенцией не растопить душевный лед. Едва заслышав звуки джаза, едва заслышав шелест джаза, едва заслышав шепот джаза, едва заслышав та-ра-на-на-на-на-на, спасибо. Сейчас произойдет неожиданное, неожиданное, необычное. Роман Николаевич с Михаилом Олеговичем на пару сыграют мою песню. Собственно говоря, в истории это впервые, поскольку происходит совсем обратное, да, обычно из практики. Сейчас я ему даже написал буковки. Обычно, обычно, необычно. Обычно все слышно, да, ничего. Давай. Да? Едем? А еще, о, микрофон тоже есть, поехали. У тебя все появилось, все, жизнь наладилась. Жизнь налаживается. Налажалась. Так и что? Что? Играем? Играем. Людмила Улицкая, священный мусор забери с собой. Я притянул носки к трусам близко-близко, узел, галстук, шнурки и попрел домой. Если бы ноги малая принимали СМС, и посылки из Шанхая не имели вес, я бы прыгнул из подъезда в Slow Train Express. Но в Китае до сих пор не спит КПСС. Как заметил Смит Джевахарлал Неру, озеро Неро священно и глубокое, там обитают чудовища новейшей эры, выходят на берег и строят дворцы легко. Если в мега-Подмосковье больше нет принцесс, и аренда башен Москоу-Сити слишком высока, я возьму с собой гитару, компас, сети рыбака и отправлюсь бодрым шагом. И отправлюсь бодрым шагом. И отправлюсь бодрым шагом в лес.
открыл публично тайну, мой старый друг. Адама и Еву искусил один говнюк. К ним подкатил приличный на вид джентльмен и впарил натушенное яблоко взамен ИНН. Если яблочко в кармане, знай, ты, парень, крут. На Аляске этот груз руками оторву. Значит, надо бы наладить, будет импорт их. Но выручку поделим честно, честно на двоих. Шепнула на ухо Морси, на секунду пламя пригаси. Я тебя добавила в друзья. Скучно тут у вас и пить нельзя. Если в вашем королевстве нет помине короля, темный лорд прокрался в офис и спалил сервак. Значит, надо отсюда срочно когти рвать. Чао, детка, я отчалил. Чао, детка, я отчалил. Подожди, южней нуля. Чао, детка, я отчалил. Чао, детка, я отчалил. Жди меня, южней нуля. Михаил Кочкин, Роман Холдов. Ну а теперь приглашаем на сцену трижды краснознаменные ордена Ленина проекта концептуального танца «Холм с кулями». Сегодня у нас будут экспериментальные составы. Ничему не удивляйтесь, терпите. Сегодня нам можно все. Куда? А, да.